Здравствуйте, дорогие друзья! Я попытаюсь помочь вам как можно быстрее и проще заявиться на турнир, который проводит студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Поехали! Для начала, чтобы принимать участие во всех ивентах, которые проводит наша студия, вам необходимо зарегистрироваться, либо же авторизироваться, если вы уже проделали эту процедуру. Если же вы не регистрировались, то делается это элементарно. Вы нажимаете кнопку «Регистрация» в правой верхней части экрана, вводите свой никнейм, пароль, подтверждение, номер телефона для всех регионов СНГ. Дальше вы, естественно, подтверждаете капчу, что вы не робот, потому что роботов мы не набираем, к сожалению, но это пока. Вот. После регистрации возвращайтесь на страницу и нажимаете кнопку «Войти». Я уже зарегистрирован, поэтому, конечно, для меня проблемы это не составит. После того, как вы зарегистрировались, что вам необходимо сделать? Вам необходимо для участия в любом турнире подтвердить, что вы игрок, не просто пользователь, который зашел почитать новости, пописать блоги. Это тоже возможно, но для участия в турнире вам необходимо быть игроком. Заходите на свой профиль и указывайте Steam аккаунт. Только Steam аккаунт дает вам возможность быть игроком, а не обычным пользователем. После того, как вы все это сделаете, вам необходима своя команда для участия. Либо же вам надо будет вступить в команду. Зачем это нужно? Сейчас я вам покажу и объясню. Переходим в графу турниры. И здесь видим активный турнир игрокам Open Cup 1. Подать заявку. И нам показывает сайт, что мы не участники команды и не состоим ни в одной из команд и не можем участвовать в данном турнире. Для этого нам нужна команда. Если же вы уже имеете капитана и вас пригласили в команду, то, пожалуйста, принимайте участие в команде, которую создали не вы. Либо, если вы хотите стать капитаном и сами проявили инициативу по созданию команды, то создавайте команду. Нажимайте кнопку «Создать команду». Все элементарно. Пишем название прямо на ваших глазах. Это будет тестовая команда, допустим, под номером 56. Аббревиатура TT56. Выбираем любой логотип, пускай у нас будет значок Доты, и описание. Любое описание, которое вас интересует. Можете нажать «Ищем игроков», тогда ваша команда будет отображаться среди списка коллективов, которые имеют вакансии и набирают игроков, у которых не полный состав. Можете не нажимать «Ищем игроков». Потом эту функцию тоже можно будет включить. Все, нажимаем «Сохранить». Правый нижний угол, обратите внимание, команда одобрена и ваша команда «Тест Тим» отображена. Я выделил неполный участок, но экрана, чтобы вам было комфортнее прочитать все надписи, которые появляются на экране. Но в целом, я думаю, вы видите правый нижний угол, обратите внимание, ваша команда одобрена. Переходим не на свой профиль, а на профиль команды. Правая верхняя часть экрана, вы видите, у вас появился флажок. Заходим на профиль команды, вот она, Test Team. Пока что вы один-единственный участник. И для того, чтобы проводить все функции, функции заявки, функции участия в турнирах, вам необходимо набрать еще 5 человек. Как только наберется 5 человек, у вас появляются новые функции. Функции заявки на активные турниры. Собирайте друзей. После того, как мы сделали все необходимое и набрали в команду 5 человек, вот, пожалуйста, профиль команды, у нас есть 5 человек. Наша команда способна заявляться на турниры. Заходим во вкладку «Турниры», правая верхняя часть. Нас интересует игроковой Open Cup первый сезон. Нажимаем «Подать заявку». «Недостаточно средств», пишет нам. Все по причине того, что стоимость подачи заявки 1000 голды. Каждый один поинт голды равен 1 рублю. Для того, чтобы у вас на балансе, на счету были необходимые средства, вам необходимо пополнить счет команды. Но на счет команды могут переводить средства только игроки, поэтому изначально вам необходимо пополнить свой профиль, чтобы после этого со своего баланса перевести на баланс команды. У меня сейчас есть здесь необходимая валюта, но давайте я покажу, как это делается. Нажимаете кнопку «Пополнить счет», вводите любую необходимую вам сумму, пускай 200 рублей, чтобы 5 человек по 200, итого 1000 получается. Нажимаете кнопку «Пополнить». Высвечиваются все возможные сервисы, которыми вы могли бы это сделать. Пополняете счет, после этого он появится у вас в профиле. Вот здесь будет указана необходимая сумма. Дальше переходим в профиль своей команды. Либо вверху профиль команды, либо здесь указанная команда. Т-56.
Test Team 56, это данная тестовая команда для нас. Говорил я, что если вдруг вы хотите на вакантные места набрать игроков, то имеете возможность нажать здесь кнопку «Открыть». Набор игроков открыт, и люди будут сами писать вам сообщение как капитану и проситься в вашу команду. Так что сможете этой функцией воспользоваться. Но нас сейчас интересует баланс. На счету нашей команды 0 коинов. 0 голды, 0 рублей, чтобы вы понимали в эквиваленте. Нажимаем «Пополнить счет команды» либо так, либо вот так под аватаркой перевести деньги. Ну, чтобы проще было здесь. Нажимаем «Пополнить счет команды». Сейчас, естественно, это... пробная запись и тестовая команда, поэтому я единолично буду переводить эту сумму, необходимую, а именно 1000 рублей, чтобы команда имела возможность заявиться на турнир. 1000 рублей. Подтверждаем капчу, говорим, что я не робот, и нажимаем «Пополнить». Нам придется сообщение, смс-сообщение, благодаря которому мы сможем подтвердить все денежные переводы, любые денежные переводы, которые у нас на сайте осуществляются. Я получаю сообщение от игрокам ТВ в прямом эфире, в принципе, и введу код. Пожалуйста, мой код 58. Секундочку. 58-60. Это мой код. Подтверждение. Пожалуйста, вы успешно перевели на счет команды 1000 рублей. Теперь на балансе моей команды 1000. Я могу заявляться на турнир. Подать заявку. Нам задают вопрос, уверены ли мы. У нас все в порядке, у нас все готово. 5 человек, а именно 5 игроков, которые подтвердили свои Steam-аккаунты, зашли в нашу команду. У нас есть капитан, у нас есть количество средств, которые будут сняты и добавлены в призовой фонд турнира. Мы готовы, мы ради этого все делали, конечно же, мы уверены. Нажимаю кнопку «Подать». Заявка успешно отправлена, ваша команда примет участие в игрокам Open Cup 1. Окей. Переходим в профиль нашей команды и смотрим, что средства были сняты и зачислены в призовой фонд. Наша команда, а именно ее название, отобразится в админке, и администраторы уже внесут вас в список команд, которые будут участвовать. Все, друзья, видеоролик данный вам объяснит, как в минимум кликов создать команду, зарегистрироваться, авторизироваться, набрать 5 человек, пополнить баланс своей команды и... что самое главное, подать заявку на участие в данном турнире. Игрокам Open Cup или следующий турнир, который будет проводиться, абсолютно неважно. Принимайте участие, показывайте свой скилл, выигрывайте. И не просто выигрывайте призы зрительских симпатий, а выигрывайте реальные средства. Вы этого достойны, так что дерзайте.